Итак, немножечко остается до конца первого раунда. Боксеры. Итак, есть первый раунд закончен. Итак, а мы начинаем второй раунд. Просматривать его вместе с вами. Я вижу, что за ребят пришли очень много человек поболеть. Итак, кто же сегодня болеет за Каюмова Рустема? Есть такие замечательные громкие громче! Поддержите бойца! А кто сегодня за Ольгова Руслана? И это был маленький вокзал. Поскользнулся боец. Правый защитник, когда душу стоит. Но держит дистанцию, это раунд номер два. Давай, Руслан! Итак, раунд номер три. Между нашими участниками. Остановились затекать, и болельщики очень-очень явно поддерживают своих спортсменов. Руки держи! Вот так вот. Тут главное не попасться на жесткую контратаку от соперника. И не упасть. Сейчас показать достойный поединок, достойный бой. И думаю, достойны вашего внимания, ваших нескончаемых овоций. Аплодисменты. Разверни, что ты стоишь? Концовка!
этой пары приглашается мастер спорта СССР по боксу Шагимарданов Марат Ильсуров в этом бою. Как тебе? Итак, победу в этом трехраундовом поединке раздельным решением судей одержал боец в синей майке. Он дал нам. Давай, давай, давай.